Давай тут. Единственное, что исторически, конечно, вот этой страшной ограды не было. Она появилась 3 года назад. Это защита от вандализма китайских туристов, к сожалению. Да, их, да, интересно. Их очень много. И они любят фотографироваться. Они прямо висели на ветках. Саша побежал. И бегает. Смотрите, кто сказал, что у мальчика что-то нога болит? Ну вот. И все в порядке. Ну, Аня, спокойно. Бегай, Маша! Попал немножко. Чуть-чуть. Опа! Ну вы же знаете, что вода эта чистая, она фактически родниковая. Болит ложка, да? Присесть можно. Не надо. Это большое удачи. Так что... Нужен покой пока, временно. Еще больше будет сопутствовать. Вот так, хорошо. Запомнили, как фонтан называется? Дубок. Дерево, дуб, да. Листочки, как у дуба, поэтому фонтан дубок исторический. Но опять же хочу сказать, что удивительно, ведь все эти забавы были придуманы. Да, спереди, он сейчас сзади. Тебя вообще не было. Так, сюда. Закрытая резиденция, сюда приезжали по специальным приглашениям. И, конечно, не всем нравились такие развлечения. Представьте себе, это лучшие наряды. И мода первой четверти 18 века диктовала и дамам, и кавалерам носить парики. Лицо и парик обильно пудрили. Пудру привозили издалека, делали ее из рисовой муки. Что будет, если рисовая мука смешается с водой? Тесто. Гости выглядели неприглядно. И поэтому одна из самых первых мочильных забав на которая так и называлась мочильная дорога. Мочильная дорога. Интересно. Просуществовала здесь только один сезон, 1721 года. Когда мы изучили архивы, стало понятно, что задумка была очень яркой. Но, видимо, слишком много было пострадавших гостей. Потому что... Да. И вот восстановили эту дорогу, она сейчас называется водяная дорога, только в 2001 году. Ну, у нас все гораздо более гуманно работает. Ой, ребятки, не будете меня слушать, попадетесь вы где-нибудь в Шутику Петербургскую. Пойдемте расскажите. Да-да-да. Итак, на небольшом участке Монклизерской аллеи, справа и слева трубы, с каждой стороны 150 форсунок. А вот здесь, где зеленый деревянный помост, стояла будка, в ней прятался слуга, и неожиданно для гуляющих гостей поворачивал кран. С двух сторон такие высокие струи поднимаются. Получается водяная галерея. Конечно, сухим остаться здесь было невозможно. Так вот, теперь все гуманно. Никто не прячется. Вот сюда приходит фонтанчик с большим металлическим ключом. Строго по часам. В час, два и три. У вас по окончании экскурсии будет время, и вы обязательно одно из этих ключей не подойдете и посмотрите. Воду включают на 1 минуту. И тогда каждый сам решает,
Я не рекомендую вставать на аллею, потому что даже обувь будет мокрая. Лучше встать где-нибудь сбоку и снять на видео отчаянных гостей, которые, не боясь ничего. Не знаю, будет такое желание. Блин, ну спроси. Спроси. Да. Что мы здесь? Мороженое? Конечно. Можем прямо сейчас. Конечно. Скажи Саше. Скажи дядь Саше, он тебе, у него это кошелек. Скажи ему. Ага. Ну, ну скажешь, когда хочешь. Дядь Саша, Сашенька хочет ваты. Да. Хорошо. Сашуль, тогда вот меня с детьми вот так. Так, ну давайте вот смотрим, туалет. Да, бери его тогда. Я тогда, нет, выезжайте, а я...